Всех привет и прямо образуем. Продолжаем мы прыгать в Акраб 3, компания Плети на среди проклятых. У нас глава 7, часть 1. Такая у нас история. Марк, мрак и паутина. Давайте начнем ее играть. Это нам по туннелю сейчас будем ходить. У нас не слишком много. А вот загрузки в Акраб 3 классическим, обычным, все на русском. Вся карта описана и все понятно. Ну что, приближаемся мы к концовке этой кампании. И вот там орда появится. А как орда там будет, я не знаю. Что они там устроили? Мы идем уже несколько часов. Слишком медленно. Без нас король Лич беззащитен. Перед тем, как отправиться на встречу с тобой, рыцарь смерти, я оставил на ледяной короне своих воинов. Они будут держать оборону до последнего. Заебись. Куда подевались твои воины? Ты же говорил, что нерубы должны быть здесь. Нежить или... Кто они теперь? Не понимаю. Должно быть, кто-то заставил их уйти отсюда. Это были мы! Мы следили за вами, дохлые ублюдки! Нихуя себе. Дворфы Мурадина. Невероятно. Неужели в этом мире никого нельзя убить как следует? Мы скитались по этой забытой богами земле с тех самых пор, как ты убил Мурадина и бросил нас умирать, Артас. Но наш новый командир Бэлгун привел нас в эти руины, и мы сумели выжить. Дальше вы не пройдете. Нам некогда возиться с этими глупцами. Вперед, Сапферон! А ну оставили, да? Заебись. Спасибо тебе, могучий Сапферон. Я бы взял тебя с собой, но в темных подземельях тебе делать нечего. Время короля Лича на исходе. Поторопитесь. Заебись, охуенно, да? Ну, у него хотя бы лечилка есть, может, вот это и поможет нам. А нейруб может этих маленьких вызывать. Можно сказать, бля, ну это пиздец. Говори. Просто. Это просто ледяная пиздец, господа. Ледяная скорбь жаждет крови. Заказ, мадам! Ставлю по кружке за каждого дохлого вурдалака! Да, уверенно. Наконец-то. Господа, поедите, будь пожалуйста. Будь осторожнее. Ну что еще? Наконец-то. Так, а ну барак. Наконец-то. И что у нас тут творится? Подрывайте заряды! Нихуя заряды. Себе здесь! Сорвите мост, пока они нет, не перешли! Нет! Остановите его. Их пока! Дебил, блядь! Сам себе убил, нахуй! Это вам за Мурадина! Вы не пройдете! К выходу из лабиринта ведут и другие пути, рыцарь смерти. Мы найдем один из них. Наконец-то! Так-то лучше. Бля, пиздец нашему одному кудаку, пизда. Дай его оружие, пизда. Не надейся на хуйню. Пиздец просто, блядь. Урдалаки все сдохли. Так. Идем отсюда. Катер регенерации? Ну что еще? Я служу. А как его добраться до него? Трону. Во славу нерубов. Время уходит. И что это такое за рычаг?
Я займусь этим. Хорошая штука, Наса. Скорее 3 дня здоровья на 2 секунды. Я поглощу все живое. Погнали. Будь осторожнее. Жуки, я думаю, надеюсь, нам помогут. Так-то лучше. Битва в будущем, блядь. Опачки, блядь. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. В атаку, блядь. О, тут золото даже. А для чего нам золото нужно, интересно? Ну что Карта, еще? Иди сюда. Бейте хуй. Ледяная скорбь. О твоих страданиях ну это фиг легенд. С ними, он создат эти новые. Эти нерубы твои сородичи. Почему они нападают на нас? Многие наши собратья, павшие в войне пауков, были воскрешены, чтобы служить королю Личу. Но этим воинам удалось уцелеть. И эти глупцы до сих пор сражаются за освобождение нерубов от плети. Золото. Нужно взять его с собой. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Так, заебись. Заебись, погнали. А-а-а, дальше. Наконец-то. Наконец-то. А хуй знает, что это за хуйня здесь. Тут мыши. А если я так буду нажимать... Так-то о, лучше. Все-таки они тоже взрывают, заебись. Похоже на старое хранилище. А ну, барак, мы зашли в тупик. Где-то здесь должен быть тайный проход. Когда-то давно мы нерубы строили на славу. Так, прокачай тебе. Силу. Иди сюда. Не превзойти. Несомненно. Ну вот он есть. Говори. Все заебись охуенно. А, наконец-то. Это одна из многих древних сокровищниц моего народа. Под ней есть проход, ведущий на нижние уровни. Прекрасно. Раз уж мы здесь, прихватим что-нибудь с собой. Чё тут у нас? Фиг знает, что это за говно. Не надейся на быструю смерть. Так, иди сюда. Я таки думаю, что это будет. А, не спустилась нихуя. Говори. Будь осторожнее. А замечу чего дать? А, наконец-то. Понятно, что за говно. Окей. Так-то лучше. Какая-то из них. Наконец-то. Трусливое создание. А, так, оно пора золото. Еще золото. Оно нам пригодится. Так, а что у нас вообще тут творится-то, а? Да, блять, это нахуй на самом деле не нужно мне. Так-то лучше. Ну давай. Артас. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. Бля, сука. Наконец-то. А, вот что за хуйня. Понятно, не особо страшно. Я служу. Только ледяному трону. Артас бесится. Ничего, сверли, да. Силу не превзойти. Броне пригодится запас маны. Чуть не особо много, оно мне пригодится. Я поглощу все живое и мертвое. Даже не мечтай, ублюдок! Пиздец.
Эти сокровища принадлежат дворфам! Да пошел ты в жопу. Эти сокровища принадлежат королю Личу, коротышка. Мы его слуги и возьмем все, что захотим. Иди жрать. Здравствуйте, гномики, блять. Хуёмники. Хуяч. Придурки, блять. Ну как так можно додуматься, я хуй знает. Иди отсюда. Погнали. Ледяная скорбь жаждет крови. О, появился ты у нас новенький, иди сюда. Вот так раз мне и нам и будут давать всю возможность. Наконец-то. Так, подожди. Тоже уничтожь это, пожалуйста. А тут что у нас? Ячейный бальзам 3. Ну, понятное дело. А, у нас их наконец-то. Так полно. Наконец-то. Ой, блядь, пиздец. Это как они! Люблю это я. Бей их! И что-то надо делать. А, рычаг. Время рычаг. Уходит. Рычажок. Все. Где этот босс, блядь? Наконец-то. Где ты, проклятый? Так-то лучше. Проклятая нежить! Огонь! Нахуй им столько бочек, я не понимаю вообще. Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. Так-то лучше. Ледяная скорбь жаждет... Стреляйте по всему, что движется! А, наконец-то. Заебись, они тут воюют с ними. Охуенчик просто. Это охуенный момент, когда они атакуют их, мы атакуем их. Так, ты уровень-то по-любому качаешься, да? А Артас нет. Говори. А ну барак скоро будет шестой уровень, будет замечать. Наконец-то. Так, давай его уничтожим это. Ну что, тут есть что-нибудь? О твоих страданиях сложат легенды. Так, подожди, иди пожри, а. Ты жрать по-любому хочешь. Так, тут какой-то источник. Ну мы уже приближаемся к концовке, вот она. Ну, знаешь, будет коротенькая серия, ничего не скажешь, это. Заебись. Так-то лучше. А может, нет, что-то тут такая площадь большая. А, наконец-то. Источник восстановления, нихуя себе. Ледяная скорбь жаждет крови. Я служу. Еще золото. Возьмите, сколько сможете унести. Только ты чего, я не понимаю, это я? А вот он, наконец-то. Враг. Главный я наш данный момент. Я помню тебя, предатель. Это ты убил Мурадина. Пора бы уже и забыть. Дальше ты не пройдешь. Землетрясение пробудило темные силы, спавшие подо льдом. Древние, страшные силы. Простите за кашу. Мы поклялись, что не дадим им вырваться на свободу. А нам не страшно, дворф. Так или иначе, мы откроем эту дверь. О, да. Наконец-то. Во славу Неруба. Да, он еще и это, блядь. Так-то лучше. Пиздец. А он такой силен, на самом деле. Я займусь. Мурадин, блядь, проклятый. Наконец-то. Вот так вот сделаем, блядь. Заебись. Будь осторожнее. Так вот он кровавый. А мы приебали, что где-то здесь?
Никто не смеет мне приказывать. О, ты уровень получил. Говори. Все, открываем ворота и идем дальше, да? Задание выполнено. Так-то погнали, лучше. Господа. Входим в этот мир. Отвратительный запах. Что-то здесь не так. Если дворф не соврал, сложно даже представить, что или кто скрывается во тьме. Эти ступени ведут в самое сердце древней империи Нерубов. Нам нужно быть начеку. Ты прав. Иди первым. Да, ты прав. Иди первым. Вот так мы и проходим эту миссию. Да, не как там по 40 минут всяких, а уже такая фигня. Ничего, у нас глава 7, часть 2. Вот как тут сделано. Понятно. Все понятненько. Но это уже мы увидим в следующей серии. На этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии. Таких прохождений. Всего удачи вам и пока.